Фестиваль «Улетай» в самом разгаре. Сегодня первый день, и мы общаемся с группой Nail Sherry. Приветствую. Привет. Сейчас только что отыграли. Как вообще настрой? Впечатление? Отлично, мы устали, это хороший показатель. Это прекрасно. И группа, я так понимаю, первый раз на фестивале, да? Да, первый раз, в первый день. Прекрасно. Я так понимаю, все понравилось? Все великолепно, вообще потрясающе. Дождик закончился прямо на нас, народу было много. Кстати, да, и дождик закончился, и радуга выглянула, прямо все специально. И закат вон какой красивый. Ну и... Заплатили немножко, и все. А, так вот оно как устроено-то. Хороший ход. Да. Ну и также группа Nail Sherry сейчас достаточно активно гремит везде и всюду. Вот, вообще, чем для вас уникальны фестивали? Фестиваль? Ну, это, я так полагаю, самый крупный на сегодняшний день фестиваль в России. Вот, он уже этим уникален. Все организовано, круто. Много очень людей, много палаток. Люди очень позитивные. И самое главное, что целевая роковая аудитория. Не нужно никому ничего объяснять. Достаточно просто крикнуть один раз, и люди кричат тебе в ответ. Шикарно же. Да, тем более, как раз все только приезжают и сразу сходу к сцене. Да. А вообще, что ближе? Концерты вот именно клубные, когда группа выступает сама, или же вот такие фестивали? Ну, это абсолютно разные вещи. Клубные концерты, они же тоже по-своему как бы особенные. Теплая атмосфера очень, то есть людей, да, поменьше, но есть некоторая магия как бы рок-н-ролла все равно присутствует. Здесь открытое поле, небо, здесь абсолютно другое, здесь воздуха много. А как относитесь к творческим встречам? То есть, есть же некоторые группы делают вот какие-то квартирники, а некоторые делают, вот, как, например, Оберег рассказывал сегодня в интервью, что делает концерты на природе, квартирники такие. Вот есть у группы Nail Sherry что-то такое? Мы пока что развиваемся и работаем над новым материалом, чтобы нас как можно чаще звали на все мероприятия, в том числе и такие. Пока что у нас работа над подъемом материала группы и, собственно, самой группы. А относите себя к какому-то конкретному жанру или сейчас, в принципе, это уже теряет актуальность? Нет, актуальность не теряет, просто мы любим экспериментировать. Мы, в первую очередь, слава богу, музыканты, и быть в конкретно одном жанре, ну, на сегодняшний день, наверное, это сложно, не то чтобы не камильфо, это просто сложно, учитывая то, что и технология развивается, да, сегодня, и люди сегодня такие меломаны, сегодня есть телефоны, где ты можешь послушать в один момент то пятое, десятое, то есть нежели как раньше было, что ты идешь конкретно там за кассетой или диском, или виниловой пластинкой, и ты слушаешь конкретную группу в конкретном жанре. Сейчас как бы уже это многообразие музыкальное, конечно же, мешает все жанры в одну кучу. Но мы стараемся останавливаться на рок-волне, потому что она для нас самая кайфовая. Это действительно было классно, судя по тому, что было в зале, точнее, перед сценой. Вот, впервые услышала группу вживую, это было действительно круто. Так что спасибо. Спасибо за интервью. Спасибо большое.